И мы продолжаем путешествовать по закормам Галины Федоровны. Она нам показывает свою красоту, свои творения. Вот такие салфеточки были связаны ей когда-то давно. Ну вот это тончайшее кружево, салфетка, очень тонкая, тонкая работа. Она диаметром 52 где-то сантиметра. То есть это не маленькая, вот если мы с вами видим, что непонятно. Следующее здесь вот уже покрупней вязка. Вот такая это более маленькая салфеточка с ананасиками. Следующее это вот такая, здесь уже более плотная. Это еще связано в те времена, когда невозможно было достать пряжу для вязания, и поэтому салфетка вот такая связана из более толстой пряжи. Тоже с ананасами, узоры ананасом. И еще салфеточка круглая, вот такая. Здесь уже другие цветы, другие такие интересные веерочки, очень красиво выполнены. Это прямо смотрится, вот ажур в ажур, очень. Так. Очень красиво бы смотрелось, если бы такой вот рисунок на юбочке у ребенку или по подолу пропущено было, я уже в свое. Ну и вот такая салфеточка овальная. Здесь мелкие цветочки, смотрится тоже очень ажурно. Тоже красивая. Различные работы. Там ну и девушка большая, деревня тоже там. Спасибо всем за внимание. До новой встречи. Пока-пока.